E-Gaming Bets. Мы принимаем ставки на компьютерные игры онлайн с 2011 года. Реферальная система для постоянных пользователей и бонус на первый депозит. Магазин игровых девайсов и лучший выбор платежных систем. Dota 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит. Ну что ж, друзья, мы снова с вами, мы снова в эфире. Фивер и друг комментируют для вас этот матч. Это уже вторая карта противостояния Complexity против Digital House. Это плей-офф американских квалификаций на The International. Победитель попадает прямиком в гранд-финал, ну а проигравший падает в сетку проигравших, где ему и место, где сразиться в нешуточной борьбе с командой FDL. Первую карту взяли себе Digital House с Кэрри Вингой. Ну и будем смотреть на вторую карту, смогут ли оказать сопротивление достойное Complexity, либо же это будет развал 2-0, и мы уже будем смотреть на последующие матчи. Ну, посмотрим. Так, знаешь, нешуточная борьба с FDL. Это ты прям поверил в FDL команду. На самом деле, ну, я поверил в FDL. Ну, потому что. Да и ребята... Valve поверили в FDL. Все-таки позвали, конечно, поверили. Ну, просто что да. Скилл гораздо выше. Общий скилл команды Complexity Digital Chaos гораздо мощнее, чем вот суммарный скилл коллектива FDL. И еще раз, ну, обращаю внимание, что. Свое, в частности, и зрителей, что не попали, не вылетели FDL только потому, что там вы две другие команды вылетели. И они сделали все для того, чтобы вылететь. Drunken Boys и коллектив Valtor сделали все возможное, чтобы просто не попасть в плей-офф. Да, коллектив Void Boys получил техлуз, но все равно попал в плей-офф. Вот это вот меня больше всего забавляет. Вы получили техлуз, и вы в плей-оффе. Да, так получилось, так получилось. Ну, просто я же говорю, потому что DKB и Valtor из шести возможных шесть проиграли. Результат просто 100% у одной и другой команды. Ну и по команде Complexity Gaming забирают себе Бэйна. Нечастый герой в американских квалах. Я его не наблюдал. Давайте посмотрим по нему статистику. Да, вот пока ты показываешь стату по Бэйну, я скажу, опять же, по команде FDL ты вот говоришь, там, поверил в FDL, поверил в FDL. Посмотри, вот что прекрасная такая вещь на моем мониторе. FDL-то все-таки обыгрывали Complexity, значит, я не нес фигню, так, когда говорил это в первом матче, то, что все-таки Complexity проигрывали команде Friendship Dedication Love. Хотя нести фигню я умею профессионально, но здесь я все-таки был прав. Ну, такая. Нет, вот, ну, вот тот случай, когда ты профессионально все сделал. Но без фигни. Без фигни не обойтись, да. Стата по Бэйну. Что у нас здесь? 7 матчей. 86. За 7 матчей. 7 матчей это не так уж и мало, кстати. И виз появляется от Complexity. Да, и ждем парочку для виспа. Будет ли это центральная линия для команды Complexity Gaming? Неоднократно мы видели Лимпа, исполняющего на Джаггернауте. Хотел только что сказать. Джаггер у нас в бане. Я думаю, что можем увидеть здесь ПЛ на самом деле от команды Complexity в пару с виспом на центр. Да и в целом Лимп играл уже на Phantom Lancer в центральной линии. Ну, нужен жесткий, я думаю, мидлейнер, у которого будет выход в лейт. Вот такой прям лейт-прилейт. Все-таки здесь лайфстиллер опасен, тайтхантер. Жирный герой, которого надо пробивать, а надо иметь уйму дэмэджа. То есть ДПС высокий. Ну, посмотрим, немного времени у Complexity остается. На мысли переходим уже в дополнительное. Ну, я почему-то здесь вижу Фантом Лансера, тем более в паре с Бистмастером, который у нас через Некрономиконов играет.
вот выжигание маны здесь вообще может быть основной целью. Урса Вориор. Урса Вориор. Команда Complexity, да. Нашли. А Урса Вориор с Тайдхантером справляется вообще на ура, кстати. Да вообще с любыми жирными героями Урса неплохо смотрится. Возможно, здесь предвещали появление какого-нибудь алхимика. Брали тоже этого героя DC для Вихи. Виха вообще, у него такой пул героев. Я вот это увидел еще на квалификациях к Манила Мейджору, потому что мы начали там обсуждать, я уже даже помню, с кем мы комментировали сначала с Машей Гунина, потом с Бафиком, и обсуждали все пул Вихи. То, что у него нет каких-то таких вот героев, там, ярко выраженных, да, именно тип героев, то есть более пассивные, которые любят пофармить, либо более активные, типа инвокера, которые любят и пофармить, и кнопки понажимать, что немаловажно на... Вот, стата по Урсе, кстати, подъехала. 4 матча, одна победа. Что немаловажно. Не круто. Ну, да. Бывало и поинтереснее. Что немаловажно на инвокере. Так вот, продолжу все-таки свою мысль. У Вихи пул героев и вообще типы героев достаточно широкие. И он может играть абсолютно на всем. И да, Пупей не забрал бы, да, такого плотного парня себе в команду, не знаю, да, насколько он крут. То есть он все в пользу Вихи говорит, я с тобой согласен, он, наверное, один из наиболее скилловых героев здесь, в этом стаке из 10. То есть универсальных, рукастых, по да, скорости это... всего это. То есть... Напомню, несмотря на то, что у команды Secret ростер сейчас другой, но именно в ростере с Вихой они выиграли Shanghai Steam Major. Это немаловажный фактор, это много о чем говорит. И здесь появляется Bounty Hunter вторым пиком, которого тоже нельзя, нельзя мимо него пройти незамеченным. Я думаю, можно даже посмотреть стату по Баунти Хантеру, потому что... Да, его очень часто брали, я думаю. Рикимару, что... Рикимару мы видим часто и в пиках, и в банах, но здесь Рикимару забанили фестбаном вот с лайфстиллером. Он как раз-таки очень неплохо заезжает с инфестбомбой. А здесь вместо Рикимару Баунти Хантер. Баунти Хантер брался 13 раз, винрейт меньше среднего. 46%. Да, 46%. И давайте для сравнения покажем статистику по Рике, как этот парниша у нас заходил на квалификациях. 36 раз брали Рикимару. Но там больше, конечно, файте от него пользы, нежели от Баунти Хантера. БХ как-никак зайдет, не зайдет. Будем убивать по треками, либо же не будем убивать по треками. Ну, такой да. Очень ситуативный по сравнению с Рики пик. Рики сейчас гораздо интереснее выглядит у нас. Ну и посмотрим за последние стадии бана. В комплексе отправляют Тимберсоу погулять. И Death видим, Profit. Что Бристлбэк в баню отлетает от команды Digital Chow. Забирают себе ДП. Однако... Давай, кстати, вот еще мне интересно, я знаю, что я, возможно, здесь уже заколебался своей статой всех, но я хочу посмотреть стату по Веспу. Мне очень нравится вообще, в принципе, этот нравится, герой. Включай. Как он в текущей мете. Да, но все равно, пока команды думают, пока там, возможно, обдумывают какие-то стратегии, мы можем и стату посмотреть. Мирана появляется. Мирана соло мидл. Да, скорее всего, Мирана на мид, потому что других парней здесь на мид я не вижу. Лип уже играл на ней, да. Да. 23 матча, 48% винрейт. Да, классный винрейт, кстати, для саппорта это вообще очень даже неплохо. Да, но все равно же Висп очень-очень сильный суппорт, один из сильнейших хиллеров вообще в доте. И все понимают то, что вот его вот эти релокейты все давно научились контрить разноплановыми там дизрапторами, либо оберстить этого Виспа всякими миллионами, которые сейчас очень популярны. Ну, опять же, герой все равно является метовым в любой случае. Я просто не помню, вот, да, патча, про который можно было сказать, что Висп сейчас не в мете. Висп, по-моему, всегда есть либо в пиках, либо в банах. Да, это ходячий фонтан всегда, фонтан, который всегда с тобой, на самом деле. Тем более на ранних левелах, когда от батлы выхиливается огромное количество хелспоинтов в процентном соотношении. Конечно, Висп очень круто. И убрать тебя из файта, и наоборот, привнести тебя в файт. Это все, ну, не может... Не мучать соперника. Так что, конечно, Висп нереально хорош в любой промежуток времени. Команда Digital Chow забрала героев следующим образом. Это Misery на Bounty Hunter, это Сакса на Winter Wyvern, Resolution забирает себе лайфстиллера, Виха будет играть на Death Prophet, ему это Timber, Tidehunter.
Да, и команда Complexity играют они за Dire, Swindless будет играть на Beastmaster, Mirana by Limp, Ursa by Chase, Zitfrix играет на Bane и Hanskin на Виспе. Ревивится Smoke, Misery, и Misery, похоже, приехал. Это First Blood. Приехал Misery прямиком в таверну, конечная остановка, хотя... А бежит, бежит, да, бежит до последнего, нет, но там Brainsap был. Да, Zitfrix понимал, что уходил, ждет парень, и мог с него спасть... Dust of Appearance, надо было добирать. Ну, первый фраг, 56 голды заработали, да, колды, да, за этот файт. То есть, реально, можно было просто постоять этот и файт, накапало бы, да. Файт Bounty Hunter против пятерых PvP. Но, кстати, интересный приоритет выбрал Hanskin, когда сделал тизер к Бейну. И понятно почему. Потому что Бейн сейчас, на данный момент, у него больше всего вообще атаки на этой карте из своей команды. А нет, ну, у Бестмастера поболее, но Бестмастер, ну, милишный, как бы, и МС у него, в принципе, так же, но опять же, да, но и герой. Нет у него спыла, которого можно было бы добить уходящего, да, да, Bounty Hunter, да. Вот только что мы видели, как сделал Zifreak. Ну и первый фраг для команды Complexity. Тем не менее, старт дракам уже положен, еще до выхода крипов, и будем надеяться, что матч, конечно же, будет не менее зрелищным, чем предыдущий. Прошлая игра меня просто удивила количеством драк, как будто мы попали в СНГ-доту классическую, такую привычную зрителя. Ну и Мизери перемещается на центральную линию, разрывает здесь вардец уже. В порядке Мизери в этом вопросе. Ну и, кстати, Sentry Ward стоит на хайграунде команды Complexity. Я прошу прощения, да, мы тут немножечко с тобой перемудрили в пиках. Мы показали пик DC, не поменяли мы стороны. Ну, на... простите наш фейл, простите, да. Многопрофильно получилось все, и управление делами, и комментирование ситуации. Так что приносим свои извинения, но теперь вы видите, команда Complexity — это коллектив, играющий за Dire, и команда Digital Chaos — это коллектив, играющий за сторону Radiant. Да, и уже началась стадия лейнинга, собственно, крипинг пошел, 8 крипов у лайфстиллера добитых. Посмотрим, как будет здесь. Если что-то говорить именно по лейнингу, то Му, недолго думая, отправляется сразу в леса с Айрон Талоном, будет профармливать... свой лес. Кстати, могли зацепить просветкой Мизери, но не достали. Зато крипов всех, я смотрю, просветили. Светлость теперь лупит их, и Мизери должен забирать, кстати, этого крипа. Он будет пытаться его подрезать. А, нельзя, нельзя, нельзя. Мизери все-таки это делает. Кабан не среагировал на Мизери. Можно было попробовать Свиндлесу и цепануть господина Мизери. Но Bounty Hunter не так-то просто догнать. Мы видим, что у него Виндленс имеется 335 мувспида. И здесь со своими 310 Свиндлес не догонял бы своего оппонента. Как дела у Му в лесу? Му чувствует себя неплохо. 8-0 идет Му. Пока что выфармливает все через Anchor Smash. Третьего уровня уже этот герой. И харда команды DC, она простаивает. Оставили Чейзи на фрифарме. 13-0 у него. В это время на ботом лейне. Как дела у лайфстилера? У Резолюшена 17-0. Он успевает еще и жирных хрипов лесных подъесть. Пока что Резоль выглядит немного поувереннее. Да, здесь тоже оставили Zitfreak, при том, что Свиндлес фармит в лесах. А здесь Бэйн. Ну, Бэйн, ему... Он такой, как бы, номинально суппорт, да, но сейчас стоит он на оффлейне один. И Бэйну здесь будет нормально, потому что у него 5 армора, ну там от аура. Один армора дает, вообще 4. Да, у него 4 армора, у него есть брейнсап, у него есть, в принципе, и какой-никакой эскейп в виде вот этого вот слипа, который он может провязать на лайфстиллера, если, конечно, тот рейдж не заюзает перед этим предварительно. И может здесь Zitfreak, если что, как-то уходить. Да, его не съедают, его не съедают, тем более цеплять его нечем просто. Винтер Вивер ничего не сделает до 6-го левела, то есть ничем не зацепить, а просто из-под опенваунса рейджа, конечно, Zitfreak отсюда убегает. Герой плотный. На самом деле ничего у него нет. Пусто там вообще по хелспоинт. Ну, там на хелспоинт. И тем не менее видим 740 у Zitfreak. Не так-то просто проесть. Ну, и у нас Виха напрягает лимпа на центральной линии. 13-4 лимп. И Виха 17-5. Пока поувереннее. Но, с другой стороны, разница практически неощутима. Ну, и Мизери продолжает здесь гулять по вражескому лесу. Прошел по центре вардом. Ну и что, говорит Мизери. И так себя прекрасно чувствую. И что ты, что ты мне сделаешь, Висп? Да, и так сойдет, действительно. И Му пришел на
оф-линию уже. Получил пару тычек от Урсы. Не от той, которой крип, а от той, которая стоит там и добивает крипов. Я имею в виду, конечно же, Чесси. И понял, что все-таки либо рановато, либо вообще не стоит суваться, потому что Урса Тайдхантера здесь мизери. Просто делает телепорт на базу. Так, так вот. Посмотри, как он замучил Свиндлеса. Оставил ему 260 хп. Там Хэнскин приходил и просветку принесли, кстати, себе в курьере. Игроки команды комплекса могли забрать его, но жизни он не дает бестмастеру. Действительно, и по левелу тоже прекрасно себя чувствует Баунти Хантер, то есть почти третий уже, при том, что на лайне он вообще не появлялся. Это очень даже не кисло. И Зефрик, четвертый уровень, Бэйн, который стоял харду, Бэйн, который смог, можем так уже о нем говорить. Му тоже перемещается на топ-лейн. Опасно, если его зацепят. Вопрос только, что контроля у команды комплексности не наблюдается сейчас. То есть никакого такого стана, чтобы там Чейси раздамажился хорошенько по своему оппоненту. Так что его, по сути, цеплять и нечем здесь. Death Profit. Центр 23 на 9. Лимп 18 на 5. Ну, не дерутся, не хотят. Баунти Хантер — это единственная жертва на ранней стадии игры. Остальные пока у нас все в безопасности. Ну, бестмастеру жизнь немножко портят. Но Свиндлес у нас не на грани смерти и ни разу не был. Да, ну и Death Profit хотелось бы отметить. У него 26 крипов у Вихи. И у Лимпа 18 на 5. Да, уже видно доминация со стороны Вихи на своей линии. Хорошо переигрывает, хорошо крипстат. Хороший крипстат. У нас, кстати, зашел слишком далеко резолюшн. Забирает Бэйна. И начинает пилить его по спине Чейзи. Тизер будет через 5 секунд. Пока что резолюшн уходит. И Сакса просто на Винтерн, на Арктик Берни, конечно же, улетает отсюда. Да, уходит. А здесь отсюда хотели Сакса ловить Саксу, кстати. Очень предусмотрительно он сделал то, что остался на хайграунде. Возможно, даже это не заслуга Сакса, а заслуга Арктик Берна, который закончился просто и не дал ему слететь на этот лоу-граунд. И просто проблема в том, что здесь уже Висп вместе с Чейзи. Его хотели идти встречать. Ну да, он улетел из сейвовой позиции. За Вихой вышли на центральную линию. Чейзи топнул, и Виха будет стараться отпиваться от Чейзи. Хватит ли дэмэджа Чейзи? Сейчас узнаем. Виха улетает. Нет, понимаешь, что хватит. Пока не хватает дамаги. Просто-напросто первого левела empower. Ой, overpower, точнее. Ну, всего три атаки. Этого мало. Даже такой хрупкой женщине, как Death Profit. Ну, чтобы заберстить, Тайд Death Profit, она не такая уж и хрупкая, посмотри, сколько у нее армора. Ну, так, если визуально посмотреть, конечно же, это я так, да, ради красивого словца. Так-то подруга очень крепкая. А подруга, да, она не выглядит на свои вот эти вот, ну, ты знаешь, это как... На свои 400, потому что по виду ей лет 450. Насколько она выглядит? Ну, примерно так. Да, но это я, помнишь, рассказывал про Templar Assassin тогда, когда говорил, что, возможно, она боксер. Так, у нас мизери, кстати, Зефрика. Сейчас Зефрик может подрезать, и от Death Profit может и выход быть на Зефрика. Должны его забирать. С четвертого левела он, Death Profit со вторым сифоном. Начинает Зефрика дамажить через разбудил сифон. Разбудил мизери хорошо. И ну, есть задувка на дорожку, не попадает. Не попадает, да, не достает немножко. Был дабл дэмэдж у Вихи, и вот плохо для него то, что не зацепил крипсворм Зетфрика, так бы забрали. Трудно вообще ловить Бэйна. Бэйн имеет массу контроля, я не знаю, это, по-моему, один из самых недооцененных саппортов в современной доте и вообще в доте. Герой, который может расконтролить минимум трех файтей, если все грамотно делать. Керри, ты даешь эмпауэр, а какого-то важного героя с раскастом ты отправляешь поспать, и какого-то жесткого героя, который требует быстрой смерти, а ты просто через финсгрип ешь. То есть контроля очень много. Вы убиваете одного, деретесь 4 в 5. То есть, но при этом вы мощнейшего персонажа за финсгрип успеваете съесть. Ну, редко его берут. Лимп в это время подставляется на ботом лейне. Пришел сюда, не знаю даже зачем. На самом деле Резолюшн умудрился его поймать после проюзанного липа. И Резоль вместе с Саксой делят на двоих этого героя. 2-1 счет. Пока что фрагов от колов мы не видели, не считая вот той досадной ошибки Баунти Хантера. Да, и у нас на топ-линии намечается какая-то тусовка. Заходит здесь за Тауэр Чейси вместе со Свиндлезом и Зетфриком. И все это видит Мизери. Просто здесь Тайдхантер стоит как-то вот беспечно. Ну, как казалось бы, беспечно, да? Просветили и не нашли здесь Баунти Хантера. Поэтому могут даже не подозревать ребята из комплексити, что Мизери находится именно здесь. Мизери дает тычку по Зетфрику. У него есть, кстати, второй Сюрикен Тос. Брейнсап от Зетфрика. И у Зетфрика не остается маны. Будет ли...
Roar. Есть Primal Roar по Мизери. И Мизери здесь заберут хотя бы. Просто Cold Embrace. Тут, кстати, Ravage есть уму, если придет сюда Resolution. Но Resolution, мы видим, выфармливает крипов. У него есть армлет, у него имеется телепорт, но он не прилетает. В любом случае, тавр потеряли, да, на Т2 лететь не ворвется, он нормально в файт. Ну, не хотел тратить Ravage Му, причем, ну, не то, что непонятно, понятно, Авихи, конечно, кстати, ТП да. должны сбивать. Где стрела? Стрела потрачена, опять лимп у нас по кулдаунам немножечко фейлит. Да, интересно получилось. Не везет с таймингами, конечно, сейчас игрокам команды Complexity, ну, в частности, лимпу. Не хотел тратить Ravage по понятным причинам, потому что там, возможно, если бы и цепляло всех троих героев, которые там находились, то, кстати, нарезает Мизери неплохо по Хэнскину, но есть тизер на Чесси. Потому что замедлен был Му, во-первых, кабанами без мастера, во-вторых, Урса клэпнул и очень медленно перемещался. Но там и бить некому было просто-напросто. Да. То есть, если бы Резоль был там, я думаю, нажали бы без вопросов, Резоль бы под рейджом разбил бы голову команды Complexity, но у Резоля другие были приоритеты, он фармил лес, его право, и Хасейбер, видим, начинает тарить себе Резолюшн, уже имеется Сейдж Маск, и, по-моему, там даже в курьере Манго у Резолюшна лежит, я думаю, просто можно холодильник нашел себе. Да. Я думаю, можно на Нетворсы переключить, уже видим, что по Нетворсам лидирует у нас Резолюшн, причем обходит он на целую 1000, там даже больше, на 1200 Урсу, у которой 4200 Нетворсы, а потом идет Death Prophet. Переиграл немножечко Виха на миде Мирану, но не критично для лимпа. Да, Резоль, зато вот я бы больше даже внимания ему уделил. Во-первых, там на 20 крипов обгоняет Урсу, а еще и два фрага подарили лайфстилеру. Один из них был лимп. Лимп, который топ-2 в стаке команды Complexity по Нетворсу идет. Так что Резолюшна пробустили как могли просто игроки команды Complexity. Выходят под Moonlight Shadow здесь. Первый идет Бэйн, у него уже имеется Финс Грипп, конечно же, есть и Primal Roar без мастера, но и за Denali Tower Мизери находят. Мизери просветили. Сколько раз Мизери уже под ноги попадался команде Complexity, и они просто чувствуют его уже. Он подстопил, я так понимаю, там бодиблок был от Bounty Hunter, и понял, что-то не так. Ребята, я бы что-то споткнулся срочно. У нас завелись крысы. Но здесь Мизери словили как-то... Вот его много раз он как-то эвейдил эти просветки, много раз уходил, я не знаю, либо это везение, либо Мизери прекрасно понимал, что, блин, они, наверное, что-то чувствуют, сейчас по-любому проюзают просветку. Что-то между этим. Ну, где-то повезло, да, где-то действительно отходит, на опыте. Отходит Мизери, юзается Даст, не попадает... И он возвращается. Да-да-да, не попадает по Мизери, и он уже может спокойно ходить и скаутить. Но сейчас поймали, но это все не важно. Поймали и убили Баунти Хантера, который столько спейса на самом деле дал, и столько мап-контроля команде DC сейчас. Из его минусом это только вот это минусов, вообще... только отсутствие 6-го левела. И у Виспа, кстати, сейчас будет релокейт. Урса! Покупай себе Mask of Madness, Чейзи. Не слишком ли чизово, друг мой, Чейзи? А нет, это нормально, это что, это дефолт вообще на самом-то деле. То есть сейчас мом на Урсу это... Ну, пускай. Это дефолт на лимпа вылазит здесь. Resolution, лимп делает лип-аут на хай-граунд, может... Здесь подтянуться Висп и есть Winter's Curse. Да, лимпа нельзя бить, пока он в Winter's Curse находится, и даблкил делает Му Сенхор Смэша вот так вот просто. По таймингам просто прочитал. Да, и потратил релокейт Висп, что немаловажно, мог увести. И причем, если ты заметил, на последней секунде уже улетали ребята из Complexity. Да, вовремя очень верно получилось 6-й левел. Ждем 6-й левел от Bounty Hunter, а Мизери пока без него. Ну и в целом, как только появится 6-й левел, уколов проблем будет поболее. Ну и Мизери успеет ли дать Сюрикен Тос по Свиндлесу? Нет, не дает. Можно было сбить телепортацию, но не получилось. И Зефрик спрятался, кстати, в кустах. У Зефрика нет свитка телепортации. Зефрику надо отсюда пешком уходить. Зефрик просто спрятался за деревьями. Его, конечно же, здесь не видит команда Digital Chaos. Зефрик не хочет. Я только хотел наехать на Bounty Hunter, потому что, чувак, где книжка? И, видим, книжку все-таки покупает. Где моя тачка, чувак? Где, кстати, хороший фильм. Неплохой. Ну, такая олдскульная комедия, да. Это так, ребят, из офф-топа на заметку посмотрите, кому нравится олдскульная молодежная комедия. И покупает себе все-таки книжечку Мизери, хочет быть умным и начитанным, заэкспованным до 6-го левела. Это очень круто, потому что, на самом деле, я уже думал гореть на него, потому что забыл, видимо, он про эту книжку, но... Там и Резолю, кстати, Хасейбер в курьере летит и никак не может выйти отсюда. Зефрик уже поставил обсерв, чтобы на всякий
случай. Вдруг там кто-то выйдет, и он неудачно поймает тайминги. Зефирик хочет отсюда уйти, ему надоело, скорее всего. Сейчас, кстати, Ястреб еще прилетает сюда от команды Complexity чекать ситуацию вокруг Зефирика. Но это может сработать для команды Complexity. Я не знаю, Зефирик специально ли здесь стоит, но если сейчас будет файт, то через Зефирика может он и построиться. Есть, можно душить уже кого-то в ультимейте, финсгрип. Нет, просто слип. Да, слип по Тайтхантеру. Будут пытаться его, я так понимаю, забрать. Primal Roar пошел на спо Мизери. Мизери сразу же в Cold Embrace. Revenge Shot Mu. Чейзи получает много дэмджа от Вихи. Скорее всего, Чейзи здесь забирают. Это только потерянная эго. Mu имеет много хелспоинтов. Его тут не пробить. Он проюзал Меку. Сделали один минус по Бестмастеру. Поднимается у нас Урса Warrior. Чейзи нарезает резолюшн. Но здесь просто раскатят у нас Чейзи. Никуда от этого не деться. И Чейзи, бедняжка, теряет все из возможного. Остановили Чейзи просто, чтобы съесть сейчас. Класс. Да. Просто классно дерется команда DC. Минус 4 в этой драке в размен на спылы свои. Размен на ману. Небольшой вопрос у меня есть сейчас к Зетфрику. Он потратил слип, он потратил брейнсап. А вот как раз-таки, чувак, где моя тачка? Чувак, где моя мана? У Бэйна просто не было маны на финсгрип, чтобы словить лайфстиллера. Собственно, для чего этот Бэйн и брался? Потому, ну, Бэйн вообще это такая прямая контра лайфстиллеру, если что. И чтобы словить резоля в финсгрипе, уже даже после проюзанного рейвиджа, просто-напросто не было маны у Зетфрика. Он потратил абсолютно все. И... Да, не очень удачно. И в целом с него-то эта заварушка начиналась. Но видим, пока DC уверенно себя чувствует, покупает Ogre Club. У нас Резоль, я так понимаю, будет здесь, помимо Хесейбра. Ну, наверное, Саша. Наверное, Саша Яша от Лайфстиллера. Посмотрим, что дальше будет приобретать Резоль. Пока все достаточно уверенно. Чейзи идет у нас... На третьем месте по нетворсу. Отстает даже от Вихи. Я уже молчу от Резолюшенева. Пока Резоль выглядит очень уверенно. 8000 нетворс у него. Может, кстати, какую-то алебарду было бы вообще не кисло приобрести. Да, Виха покупает себе Йоул. Да, Виха покупает себе Йоул. У него есть фейзы, есть такой буфер на Vitality Booster. Возможно, потом во что-то превратится. Либо в Road of Atos, либо во что-то еще. Тут тем временем Open Wounds по Свиндлзу. Ой, прилетает сюда с релокейта, кстати, Чейзи и Хэнски. Минус Свиндлес уже. Виха может отъехать. Виха пока что живет. 10 хп, но стрела от Мираны... Ну, это тычка. Стрела-тычка долетает и умирает у нас Death Prophet. Мизери пытается спасти. Лип просто король рунды. Посмотри, он под хастой с дабл-дэмэджем. Если бы он еще в инвизе бегал, вообще бы цены ему не было. И под руной волшебства. И стрела у нас... Просто над лопаткой уму пролетает. 2 в 1 размен. Бестмастера поменяли на двух важных героев. То, что потеряли Виху, это для команды DC очень неприятно. Да, и сейчас Лимп уже на пути к своему Аганиму. У него есть Аквилка. Ну, такой довольно стандартный билд для Мираны, ПТшка. Аквила и Аганим. Возможно, можно было сделать какой-нибудь мидасик, но Лимп, ну это по желанию, знаешь, но Лимп не стал идти в этот мидас, решил пойти сразу Аганим. Возможно, будет верное решение. Посмотрим, окупится ли. Я думаю, что окупится, в принципе, по фарму так точно, потому что фармить с этим Аганимом Мирана будет очень люто. И фармить, и сплитить, и пол Аганима уже имеется. При наличии поинтбустера еще 1300 золота имеет Мирана. Хотя по нетворсу у нее не самые лучшие показатели. Тайтхантер. Тайтхантер имеет очень много. Сейчас выходят с Маке. Виха, Мизери и Mu. За ними идет также и Сакса. Хотят вчетвером выйти и кого-то взять, кого-то загангать. Могут найти Чесси, который фармит Эншентов, палит его. Мизери сейчас вешает трек на Чесси, но отходит на блинке. Успевает среагировать Урса. Очень неплохо сыграно. Да-да-да, и Резолюшн в это время подпушил еще и ботом лейн, возможно, попытаются забрать тавр, все-таки есть экзорцизм, да, все есть, и Ревидж, и экзорцизм, и Винтерскерс, даже треки наконец-то появились у Мизери, они в прошлом файте вроде были, но очень долго их ожидала команда DC, да, пушат, спокойно пушат, проблем быть у них здесь не должно, меня интересует вопрос с Резолюшном, он принес себе Сэндж, что это будет, либо это будет Саша Яша, либо же это будет алебарда от Резолюшна, что против Урсы достаточно хороший, грамотный бай, как мне кажется. Да, и добивают Т2 Тауэр, это
Значит, то, что команда DC еще больше укрепляется по деньгам, по золоту, все хорошо. У Digital Chaos по графикам мы можем видеть то, что преимущество, хоть и не такое большое, но оно уже есть маломальское. 3000 по Нетворсу и по голде. Да, и Резольв все-таки Сашу Яшу собирает себе. Осталось на рецепт только нафармить на Яшу. Ну, в общем-то, неплохо. Просто там у лайфстилера все прекрасно. Я так понимаю, по левелу он далеко впереди, да? 13-й левел он на фоне 11-го уровня Урса. 11-й, мы знаем, это такой дотошный уровень. Ну, Урса уже практически добрался до 12-го. Но с 11-го по 12-й полжизни может пройти, пока тебе накапает эта экспа. Ну, такая вот у нас система в доте. Ничего не поделаешь. И приступают к пушу Т2 вышки на миде. Очень быстро это можно сделать с экзорцизмом. Виха это, собственно, и делает. Кстати, экзорцизм был проюзан под Аркейн Руной, что не может не радовать, конечно же, команду DC. В этот момент Сакса на ботаме денает вышку. И есть на лимпа Винтерс Кёрса. Здесь есть уже Виха, и Виха вместе с Резолюшн. С приветом, кстати. С приветом. Да, Йоу есть, Йоу есть. Надо поднимать, скорее всего, даже Бэйна поднимает. И выбрался за ним лайфстилер. Начинает пилить Зефрика. Прилетает сюда Чейзи вместе с Хэнскином. Чейзи бьет Саксу. Сакса в колдембрейсе стоит. Виха начинает катить Чейзи. Много дэмэджа залетает по нему. Мизери подрезает Чейзи. Лоу хиповый он. И его высасывает В-33. Очень просто и очень грамотно DC расконтролили здесь. Вот этот прилет и численное преимущество. И этот Йоул на самом деле выиграл замес. Просто-напросто. Дальше, да, пока бежали за Мираной, надо было как-то контролировать неприятного Бэйна. Очень круто выбраны приоритеты сейчас командой DC. На самом деле я... вообще, вот к этим вопросам выбора приоритетов нужно подходить с холодной головой. Виха убивает одного некрономикончика, 200 голды, второй, и еще 200 голды для Вихи, 150 вернее. Да, там заехало, очень неприятно вот так вот терять, просто фидить некраме. Да, он, кстати, собирался на базу, если что, лететь, то есть просто на дорожку себе. Давай, 300 еще на дорожку. Да-да-да, ну это вот не нужно так делать сейчас с Виндлузом. На проезд деньги получил. Да, я говорил о выборе приоритетов. Очень круто сделали все DC, и как же нереально заходит здесь Винтер Виверна от вот этого вот бёрста Урсы спасает. Ой, Хэнскин сейчас просто лопнет. Некуда даже бежать Хэнскину. Да, разобрались с ним очень быстро. 1300 сверху резолюшена. 1300. 15 уровень у него. Берут этого Рики, конечно. Такие герои, можно их сравнивать? Я имею в виду Рики и БХ. Берут этого Рики в комбинацию с лайфстилером. Здесь вот, поскольку Рики был в бане, ну а чем Баунти Хантер хуже? Баунти Хантер тебе еще и денежку сыпет. И, как мы видим, наличие Баунти Хантера by Misery оправдывается сейчас полностью у команды DC, потому что начинают набирать преимущество именно экономическое, Digital Chaos. Да, уже 6 по золоту, 4 по XP. А там, я смотрю, приобретение Death Profit интересное. Это Ghost Scepter, и еще больше кайта будет по Урсе. Урса Warrior просто сейчас не заходит. Чейзи 2 на 2 идет по КДА, 2-2-1 даже, если быть более точным. Пока только Рошан действительно страдает от Чейзи. Остальные ребята как-то вот не особо DC его чувствуют. Кайтят, грамотно зонят, и бегает этот Урса между ними, и толку от этого вообще никакого. Тем более, если где-то еще подстанчик какой-то там, верно, подстопит его. Это все, ну, неприятно для такого героя, которому надо бить руками. Свиндлесс видит с хайграунда, что здесь есть дабл дэмэдж. Мунлайт Шэдоу провязала Мирана. Чейзи пытается добить Рошана. Успеет ли Рэвэдж от Тайтхантера? И они забирают Аэгу. Но это просто вытирание команды Complexity. Деморализация полнейшая. Ух, вот это врыв от Му, да? Застилили. Застилили. Еще как застилили, ты же это видел? Я это, конечно же, видел. Ну, не ВКонтакте же я сидел. Нет. Нет, я по поводу компендиумов и прочего-прочего предсказания. Дают ли за это штуки? Потому что у нас вроде как прайс было написано, что кто-то получил. Два viewers have received the prize за украденный Аэгу. Поздравляем, друзья, если кто-то из вас нас в Dota TV смотрит. Ну и заходят на центральную линию игроки команды DC. Тавр сыпется, без Урса драться не вариант, а выкупаться Урса тоже не имеет никакого смысла. Все-таки 15 секунд его еще.
не будет, Барак по-любому падает. Да, вот эта вот ранняя агрессия от команды DC уже в который раз дает о себе знать, в который раз дает плоды. Снос товаров с Death Profit, ну, просто шикарно все делает Digital House. У Call of не осталось ни одной внешней вышки, в то время как у DC стоит еще полностью линейка Т2 товаров, что не может не радовать. И счет по фрагам 14-6. Это, опять же, очень-очень большое экономическое преимущество, потому что у DC есть Bounty Hunter в наличии, который за каждый фраг дает еще больше золота, чем должны получать команды Digital House. И да, по графикам мы видим, 10. То, что 10, десяточка. И уже больше 5 по XP. Но вот эти вот показатели... Кстати, на Саксу вышли. Орали. Ну, да. Некрономиконы будут скоро, но даже не надо было их юзать. Видите, вот десантура от команды Кола работает. Ну, вот такие пиковчики могут сейчас делать комплексити, но это реализованный релокейт на Винтер Виверн. Мы все прекрасно понимаем то, что вот сейчас релокейта не будет, и опять же, вот этот вот фокус со сплитом, и типа, если что, прилетим на релокейте, не получится, покупает себе Soul Booster. Виха будет выходить в Octarine Core. У Банши кулдаун на ультимейт будет становиться все меньше и меньше. У нас гаш пошел от Му. А что это за супер гаш такой? Влетает у нас по Урсе. Есть ли чем просветить Урсу? Потому что в инвизе Чейзи. Ну, теперь-то Чейзи видят. Отправили Му поспать. Летит стрела по Мизери. Лимп с аганимом. Очень лютый дэмэдж магический от Лимпа. Залетает у нас в Баунти Хантера. Мизери отлетает. Ну и Резолюшн, Ревэдж хороший, по троим, по четверым, даже Хэнскин может умереть. Резолюшн дерется с Чейси, но как же неприятно под инфиблом. А вот сейчас Чейси остался без суппортинга. Без виспа и стрела в Резолюшна залетает, и Колденбрейс подхиливает. Но недолго, да. Магический дэмэдж заходит, и, конечно же, Колденбрейсу вообще по барабану. Что там, где там, если залетает магия и умирает у нас Резоль, как же неприятно. Вот эта вот стрела так вылетела сейчас в Романа. Еще одна стрела полетела в спину Му, думали, что в кустах будет прятаться Тайдхантер. Нет, он будет просто пешком отсюда уходить. Надо бежать отсюда, Зефрик же его видит. Сакса подходит по Зефрику, Му прыгает на него. И, скорее всего, будут пытаться забрать здесь Зефрика. Тос полетел по нему, потеряли все-таки Му игроки команды DC. К чему была эта агрессия от команды DC, непонятно. То есть так долго бежал Тайдхантер, просто для того, чтобы отдаться на хайграунде Лимпу. Это, знаете ли, ошибочка. Не Лимпу, точнее, Зефрик его забрал. 1-3 идет Лимп. Но от этого его польза в драке не уменьшается никоим образом. Да, и вот на лайфстилера хотелось бы опять же отметить игру Зефрика, но теперь уже в лучшую сторону, потому что повесил он этот инфибл на Резолюшн. Инфибл на самом деле вообще такой спел неприятный, вроде незначительный, вроде и ты понимаешь, что там это не самый главный спел у Бэйна. Конечно, самый главный это финсгрип, которым он ловит этого лайфстилера. Собственно, там же финсгрип был потрачен на Death Profit. Потом идет слип, да, который можно зацепить, брейнсап, чистый урон. Но вот инфибл, он такой по важности спел, ну, не часто мы видим бейнов, которые максит инфибл, но здесь он снижает 90 урона и действует 20 секунд. Работает он по рейджу. Просто отлично. Ну, то есть против лайфстиллера это на самом деле это идеально. Да, согласен. Много контроля вообще есть у кого у Бэйна, и одна из приятных вещей это как раз инфибл. Ну, то, о чем я говорил. Одного спать, другого финсгрип и резолюшн, который не бьет, а гладит. Да, хотя на лайфстиллере написано, сквозь сопротивление к магии нет, но, по-моему, если вешается инфибл, и когда включается рейдж, инфибл не спадает, в этом фишка. То есть, да, вы можете меня захейтить, но вы будете неправы. Да, действительно, не спадает инфибл, когда рейдж подрубается и заходят во вражеский лес команда Digital House. Есть Кираса у Резолюшена, есть также Хосейбер с Энджин Яша и Армалет. У Тайдхантера имеется Гардиан Грифс и Блинк Даггер. Собирает себе пайп еще Му. Винтер Виверна, Транквиллы и Глиммер Кейп. У Вихи уже почти имеются Октарин Кор. Есть Сол Бустер и 1200 на руках. Совсем немного до Мистик Стафа остается. Вихе, Резолюшн уже заходит на Тауэр. Но неужели они пойдут на Т3? Да, они да, идут у него на 3000 Т3. ХП, и у него 31 армора. И опять армора. Аркейн Руна у Вихи. Опять это... Везет, ну, просто-напросто везет. Обычное Берки везение. Получил раскаст от Мираны, но стрела летит молоко. Свинлес наорал на Виху. Виху могут стереть. Есть хороший ревидж от Му. Чесси включает БКБ. Чесси грызут духи. Финсгрип, крипа. Зетфри, какая ошибка. Отпрыгивает Лимп на Блиндагере.
душит сейчас Му, Бэйн, Зетфрик, ТП-шка сюда, Чесси с байбека, Чесси пытается разорвать Виху, и Чесси умирает после байбека, без байбека Мэнтери. И еще и Хэнскина поймали Винтерс Кёрс, Виха сейчас просто их сотрет. Задувает он по виспу. Да высасывает Свиндлеса до полной смерти. Лимп пытается у нас хоть как-то, хоть чем-то отбросаться. Лимпа отсюда не должны отпускать. Это тим-вайп от команды Digital Chaos. И они имеют возможность забирать топ-лейн. Ну, они имеют возможность вообще забирать эту игру. Байбек от Мирана, но это все не так важно. Урса умер после байбека. А какая ошибка была от Бэйна? Там был финсгрип в крипа. Просто, это... если обратить внимание на Fight Recap, это страх и ужас. 5800 заработали игроки команды Digital Chaos, и 8400 по экспириенсу тоже они подняли. Ну, это издевательство было только что над командой Complexity. Очень грамотно десезонили, и шикарная реализация Винтерн Виверны. Сколько раз этот Урса прилетал, и зачем я прилетел, ребята? Что мне здесь делать? Для чего вы меня взяли в пик, ребята? Зачем? Грамотный кайт, практически безошибочная игра от DC. И вот опять же, у Complexity они играют вроде бы хорошо, но жесть как нестабильно. Есть экзорцизм от Death Prophet уже с Октаринкором, доламывая третью сторону. Это мега крипы уже команде Complexity. Я думаю, здесь нужно писать ГГ, потому что просто зачем себя деморализовать? Пойдет добивание сейчас на фонтане, а да, да, пишет. Забрали ГГ. Зефрика без шансов, 100% здесь победа команды DC, они классно дрались, я с тобой согласен, и этот кайт Урсы вот... против Урсы работали просто на заглядение хорошо. Да, я хотел сказать об ошибках команды Complexity, то есть мы видим то, что эти ребята, ну, они как бы не в себе играют, то есть ошибки от Свиндлза, когда он далеко заходил, когда фидел некрочами, когда Виха вот пытался уже вроде как бы уходить, но потом подошли просто некрочи на пол хп, Виха подумал, а чё я как бы их не заберу, чё б не забрать некрочей, не заработать лишнее золото. То есть вот такие вот мелкие ошибки, но финсгрип крипа, это... должно было... Это уже следствие на самом деле, то есть не первопричина. Там, конечно, не по шансам было уже колом браться. И вначале ошибался Зетфрик, когда не хватило у него мана на финсгрип, когда он дал там полный рассказ Бэйна, у него нет на ману ничего, нет никаких аркан, и у него просто не остается мана на ультимейт. Но это тоже ошибки, и, возможно, это нервы дают о себе знать, возможно, это просто Digital Chaos. Ну, понятное дело, что лучше они исполнят. Как результат, это 2-0. Они, кстати, очень классно вот лайфстиллера реализовали своего вот тот момент, что лайфстиллеру дали много пространства на ранней стадии игры. Во что оборачивается, мы видим. 716 по золоту. ГПМ золото у лайфстиллера против него Урса, если для сравнения, 454. То есть по ГПМ у лайфстиллер гораздо мощнее. Ну и по артефактам, по всему-всему-всему. Урса у нас, по сути, не имел артефактов никаких на дэмэдж. Они не очень ему нужны были. Тут больше как-то контроль нужен был Урсе. Но как-то не сработало это все. У команды колов взяли Урсу, думали, хорошо против Тайтхантера, хорошо против лайфстиллера, хорошо, если правильно реализовать все это. Но, еще раз, зонинг и кайт от команды Digital Chaos просто на высоте. Ну и по итогу что мы имеем? Команда Digital Chaos переходит в гранд-финал, где будет ждать победителя пары кол FDL. Матч, о котором только что я сказал, вы увидите на нашем же канале очень скоро. Команда, я думаю, команда Complexity сейчас переведет дух перед встречей с командой FDL и поборется за то, чтобы наконец-то с Digital Chaos уже в решающей битве сразиться. Немного уйдем на перерыв, пауза, музыка, заставки, вся красота для вас. Далеко не расходитесь, продолжаем трансляцию американского дивизиона.